Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как всегда, вечер пятницы в прямом эфире передача «Спортклуб». В студии работает Власий Сергеев. Сегодня мы будем говорить о футболе, о футболе большом, а тем более у нас есть замечательный, можно сказать, даже исторический повод. В августе месяце сразу два воспитанника якутской детской футбольной команды «Пульс», так сказать, выстрелили, отметились на всероссийском уровне. Никита Фурин был удостоен чести вызваться в юношескую сборную страны. Это первый случай в истории якутского спорта. А также его товарищ по пульсу Артем Соколов стал первым чемпионом России по большому футболу из Якутии. И у нас сегодня в студии в гостях человек, который открыл им путь в мир большого футбола, тренер детской футбольной команды «Пульс» Василий Викторович Ивашкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, и сразу переходя к нашей основной теме сегодняшней беседы вот успех Никиты и Артема. Безусловно, это исторический момент пишется в якутского футбола. Как это скажется на дальнейшем его развитии? На развитии нашего футбола. Да, якутского футбола. Ну, я вот думаю, что вот эти дети, наши, Артем и Никита, они послужат примером достаточно таким очень большим и сильным для тех детей, которые придут сейчас вот в нашу школу, в наш клуб, в другие школы нашего города и республики. Потому что дети, и кто уже чуть постарше, и помладше, родители будут понимать, что да, мы можем, наши дети из Якутии могут при определенном течении обстоятельств, при правильной работе тренера, и, значит, вырасти в игроков такого достаточно серьезного детского уровня. То есть, начиная с сборной Москвы и сборной России, я думаю, они будут Теми первыми ласточками, которые потянут за собой всех остальных и мы очень сильно на это рассчитываем надеемся что это даст толчок всему нашему детскому футболу именно в республике не только в нашем городе, но и во всем нашем замечательном скажем регионе. Да мы все надеемся что остальные ребята последуют вот, примеру до да, этих ребят но стоит отметить что они начинали под вашим руководством в вашей команде пульс а после этого Никита уехал а, тренироваться в Краснодар. А, в большой клуб с, из одноименного города. Что касается Артема, он а, в свое время перешел в Чертаново. И там они, вот, получается, доучивались, да, но все-таки базу получили здесь. Это очень похвально. Ну, давайте разберем по отдельности. Вот, Никита Фурин, вот когда а, случилось это, когда его позвали, после каких соревнований и какие эмоции по этому поводу у вас тогда возникли? Позвали в Краснодар, имейте в да. виду, да? Краснодар же, я уже как бы до этого говорил, Никита ездил на просмотр не один раз, посмотрели. И за ним следили селекционеры после первой его поездки, отслеживали его. У них были его данные, получается. И, значит, вся эта информация аккумулировалась, анализировалась. И в конце концов, вот он с третьей попытки попал. Ну, тем значимо его попадание именно в эту команду. Конкретно не могу сказать, чтобы Прям селекционеры следили за нашими воспитанниками, потому что мы доходимся достаточно в таком удаленном регионе, да, на севере, и нам тяжело наших воспитанников вывозить вот на просмотр, на эти нужны финансы. Естественно, все это время ложится на плечи родителей. И не каждый родитель, даже если очень талантовый ребенок, может вывезти своего ребенка куда-то туда, хотя бы даже один раз. Вот я так говорю, Никита поехал с третьего раза и там остался. И вот отправной точкой, можно сказать, послужил кожаный мяч, потому что именно в этом турнире вот он раскрылся как игрок и вышел на тот уровень, причем по восходящей, и сразу же перешел в команду Краснодара в течение там, определенного времени. То есть у него не, не произошло стагнация в тот момент игровой. Он начал развиваться дальше, перешагнув на ступеньку в более, скажем так, все-таки команду Краснодар, которая ну, на порядок выше, чем любая команда, наверное, здесь у нас в регионе в нашей республике, это однозначно. Ну вот Никита, получается, начал заниматься на базе Краснодара, и вот он удостоился внимания со стороны господина Дмитрия Куксевича, тренера юношеской сборной России. Вот. Как вы узнали об этой новости и какие эмоции в этот момент испытывали? Да, его вызвал Дмитрий Хамуха. Дмитрий Хамуха, это значит, получается, а мы знаем, что он приводил наши юношеские команды уже и к золотым медалям на чемпионате Европы, и э, к серебряным. То есть такой достаточно стабильный тренер, профессиональный. И когда он вызвал Никиту, конечно, нам было очень сильно приятно. Во-первых, это было удивление. Вот моя мечта, как детского тренера, была выиграть кожаный мяч. Очень сильно мы хотели, очень мы хотели, потому что мы прекрасно понимали, что из Якутии выиграть нам вот такое первенство профессиональных команд, клубов, академий, нам будет очень сложно. Это такая мечта, которая все-таки у нас она есть. Но мы будем к ней стремиться и работать. Но кожаный мяч это тот турнир, который был нам, скажем так, по зубам. И мы хотели его выиграть, и мы его выиграли. И потом, естественно, уже стали такие задачи, когда ты уже как тренер Хочешь, да, вот хочешь, чтобы твой воспитанник заиграл в хорошей команде, в хорошей академии. Никита стал игроком основного состава. Потом уже очень сильно хотелось, мечтали так в тайне, чтобы он в сборную попал. Да? То есть вот сборная сейчас по его возрасту будет набор, будет отбор, будут сборы. И чтобы он там проявил себя. Но, ну, естественно, перед этим, чтобы его главный тренер увидел, заметил, пригласил. И вот он на первенстве России сыграл летом, получается, они играли в июне. В июне они играли, но там команда, скажем так, их призеры не попала. Но тем значимый вызов, потому что что-то тренер рассмотрел в нем, заняли пятое место и пригласил его, а он защитник. Это очень здорово, и поэтому и характеризует Никиту, во-первых, как такого, скажем, квалифицированного, качественного футболиста. Никита Фурин в составе вот сборной России да, под руководством Дмитрия Хамухи участвовал на международном турнире «Звездный путь» память олимпийского чемпиона Валентина Иванова. И наша команда сборной России выиграла этот турнир. И мы знаем то, что Никита сыграл в двух матчах, да, по тайму сыграл в каждом из них. Как вы наблюдали за этими играми или же как следили за новостями? Я следил за новостями изначально по телефону, скажем так. У меня там племянник в торпедо тренируется, Кирилл Корольков, тоже они играли в одно время в своей команде. А турнир проводился на стадионе торпедой. Поэтому он приходил там, эти игры смотрел, там, и вот как сборная тренируется, и сообщал мне всю эту информацию. А потом, оказывается, есть сайт РФС, прямая трансляция в этого турнира, заходишь... И прямо там перед матчем небольшая разминочка, и вот игра. Естественно, я смотрел эти матчи в онлайн-трансляции, и мне было интересно, как играет Никита. В первую очередь, конечно, я болел за него, но, соответственно, и за всю команду нашу что очень хотелось, чтобы наши ребята победили. Потому что даже если бы он сыграл бы хорошо, а команда проиграла, ну, я думаю, это было бы как бы и для тренера неприятно, ну, и для всех, и тем более игроков. И смотрел, естественно, онлайн-трансляцию прямо время во время, в минуту в минуту, и по интернету, у себя на компьютере дома. Даже по телефону смотрел, там перерывы когда были, когда выходил там. И был, в общем, в курсе всей информации, наблюдал конкретно за ним. И вот это мне как бы... Э, Во-первых, было очень приятно мне. И во-вторых, когда он вышел в стартовом составе, это приятно вдвойне, да, что все-таки в первой игре он вышел не во втором тайме, не на замене просидел. Он вышел игроком основного состава в первом тайме с первой же минуты. И отыграл весь первый тайм. Но там Дмитрий Хамуха просматривал большое количество игроков. Команда формируется, поэтому он всем дал поиграть. Но тем не менее, все-таки Никита в первой игре вышел в первом тайме. Поэтому, я думаю, значит, он что-то вот в нем увидел. Ну вот, а в случае с Артемом Соколовым, да, он, мы как отметили, отправной точкой стала вот именно победа на кожаном мече да, в 2015-м. Артем Соколов уехал в Чертаново, и в скором времени он стал первым чемпионом по футболу, чемпионом России из Якутии. Вот как оценить этот успех и каков вклад вашего воспитанника? Да, Артем у нас уехал в Чертаново. Но он уехал чуть раньше, не в 2015 году. В 2015 году он сюда приезжал к нам в отпуск и сыграл за нашу команду, как раз вот, получается, когда у него был перерыв. В занятии, перерыв между занятиями именно в футбольной школе Чертанова он приехал. И вот в городе Нерингри у нас проходило первенство Дальневосточного федерального округа. И вот там, получается, мы сыграли и выиграли, и заняли первое место. Потом он уехал к себе обратно. Но с Артемом мы держим связь постоянно, и с папой его, мы скажем так, хорошие товарищи, и поэтому я ему всегда говорю, и Артему говорил, и папе говорю: твоя задача попасть в сборную Москвы, твоя задача попасть в сборную Москвы, потому что игроком основного состава Чартерного он стал, причем в прошлом году был признан лучшим игроком футбольной школы своего возраста, это уже показатель, да, и до этого, перед этим годом он тоже был признан лучшим именно игроком тоже 2003 года. Поэтому в Тане надеялся и верил, что вот он попадет в сборную Москвы, от которой до сборной России подать рукой, скажем так. Ну, действительно, будем надеяться, что ребята пробили, так сказать, окно да, в мир российского футбола, всероссийского уровня, правильнее. А вот как бы вы, вот, будучи их первым тренером, да, человеком, который открыл им дверь в мир футбола, как бы вы их охарактеризовали как спортсменов? Вот я Артем и Никиту. Какие качества бы отметили? Артем и Никита, они совершенно два разных человека. Артем, он очень общительный такой мальчишка, коммуникабельный. Ну, Никита тоже коммуникабельный, но он более такой спокойный, сдержанный мальчик. А как спортсмены, я скажу, они лидеры, во-первых, в своей, как говорится, сути. Внутри у них именно сидит вот это желание побеждать, выиграть. Ну, причем не любой цуной именно честно, по-спортивному. И мальчишки всегда хотят быть победителями. Поэтому самое главное, я думаю, вот у них вот это желание побеждать, оно же к чему ведет, что ты должен все время, получается, развивать свои качества. Развивать свои качества, не останавливаться на одном месте, прогрессировать. И я думаю, вот это их огромное желание, плюс генетически их предрасположенности, переданные им от родителей, конечно, они и вылились в то, что они стали игроками такого хорошего детского уровня. А вот если затронем, давайте тему психологии, да что вы в этом плане требовали от ребят, вот, когда они были, ну, играли под вашим руководством? Маленько сейчас у меня, как мы говорится, все меняется. Новый набор, новые дети, потому что каждому ребенку свой нужен подход. Кого-то иногда нужно подстегнуть и крепким словечком, скажем так, а кого-то наоборот нельзя ругать, дед, наоборот, надо погладить. Вообще, конечно, рекомендуется тренерам, специалистам. Вообще во время особенно соревнований меньше говорить, больше смотреть и анализировать, что должны играть дети. Но не каждый тренер, скажем, болельщик внутри, потому что когда ты превращаешься из тренера в болельщика на поле, очень трудно, трудно сдерживать свои эмоции. Но в качестве психологии всегда находишь какие-то нужные слова. И тут зависит все от того состояния, в котором находится команда. Именно в данный момент, в данную минуту, даже не в данный час, а именно в данную минуту. Потому что у нас были такие ситуации, когда нам нужно было выиграть 7 мячей, один там матч на Дальнем Востоке. Тогда бы мы побеждали в 2013 году. И получается, мы все-таки этого смогли сделать. Да, хорошо, Василий Викторович. Напомним, что мы говорим об успехах якутских футболистов на всероссийской арене. Не переключайтесь, мы продолжим после небольшой, корот... небольшой рекламной паузы. С вами снова передача Спорт клуб. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о футболе, а именно о воспитанниках детской футбольной команды ⁇ Пульс ⁇ Никите Фурине и Артему Соколове, которые выстрелили на всероссийском уровне. Это, безусловно, исторически очень важные результат для якутского футбола, для якутского спорта в целом. И, конечно же, стоит отметить то, что свою базу, вот все, что у них есть, они получили у нас в Якутии, а именно в детской футбольной команде «Пульс». И у нас готов небольшой материал про эту команду. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Детская футбольная команда Пульс была основана в 2001 году в Мархе по инициативе местной администрации. Рулевым проекта был назначен Василий Ивочкин. Под его руководством мархинская команда за эти годы выпустила не одно поколение талантливых футболистов, среди которых на сегодняшний день есть чемпионы всероссийских соревнований и даже игрок удостоившийся вызова юношескую сборную страны. Путь команды Пульс к этим успехам начинался под сводами одноименного мархинского спортивного центра, на паркете которого и ковался характер команды. Практически сразу подопечные Василия Викторовича прочно закрепились в числе лидирующих коллективов республики, стабильно занимая призовые места на местных первенствах. За успехами на якутских футбольных полях последовали победы на самом высоком уровне. Так, в 2015 году воспитанники «Пульса» 12 и 13 лет стали триумфаторами всероссийского турнира «Кожаный мяч», участие в котором принимали сильнейшие команды со всех регионов страны. На этом турнире нашими ребятами были обыграны представители ведущих футбольных школ России, в том числе Питерского «Зенита». Вскоре после этой победы игроки «Пульса», объединившись со сверстниками из команды «Виктория», отправились в Китай для участия на международном детском турнире «Кубок дружбы». Помимо сборной Якутии, нашу страну на этом престижном соревновании представляли команды московского «Спартака» и новосибирского «Динамо». Но именно наши ребята показали наиболее зрелищную и, что самое главное, результативную игру заняв почетное пятое место из 64 команд со всех стран мира. Сегодня детская футбольная команда Пульс базируется в столичном спортивном комплексе Дохсунг, где еженедельно ведутся занятия сразу в нескольких возрастных группах. Все воспитанники команды мечтают о самых высоких результатах, ведь Пульс уже давно доказал, что для них нет ничего невозможного. Ну что ж, несмотря на то, что команда «Пульс» относительно молодая, основана она в 2001 году, но несмотря на это результаты есть и они действительно впечатляют. Но мы продолжаем говорить с главным тренером этой команды, с Василием Викторовичем. Василий Викторович, вот результаты есть, они впечатляют. И тут, конечно же, важна методика тренировок, вот, что в этом плане у нас в «Пульсе», как она разработана и как она меняется. Наша методика, знаете, ничего такого в ней, скажем, сверхъестественного нет. Мы работаем, ну вот, как все наши коллеги-тренеры у нас в республике. Но плюс был той команды, пульс в том, что тогда мы занимались, и группа у нас была сравнительно небольшая, и у нас был свой зал – где мы могли вот и оттачивать именно вот это техническое мастерство. А самое главное для ребенка в этом возрасте, на начальном этапе, вот эти 3-4 года, это вложить в него надо вот эту технику обращения с мячом, движение. Самое главное, да. Ну и потом уже, конечно, там у него развивается оперативное мышление, то есть все вот эти комбинационные вот эти моменты, когда он начинает думать больше. Но без техники, без основы, грубо говоря, там ничего не получится. Ну, наша методика все-таки развивается, развивается у нас она динамично, в том плане, что мы изменяем мы тренировочный процесс, ну, как и во всем мире, меняется все, динамично все развивается. Много со временем идем. Да, и мы стараемся сейчас и различные посещать семинары, и оттуда для себя подчеркиваем очень много. И я говорю, вот недавно нам сказал преподаватель, вы должны все время анализировать и быть тем самым аккумулятором, чтобы посмотреть там, посмотреть там для себя, что-то выбрать. И вот это все проанализировать и в своей интерпретации донести до детей, чтобы они поняли, причем доходчиво. И от этого тогда будет прогресс и будет, получается, у них все время, значит, в игре игровой вот этот тонус сохранен, когда нужно именно прогрессировать, стараться и тренироваться все больше и больше. Ну, действительно, вот Никита Фурин, игрок сборной юношеской страны, да, Артем Соколов, первый чемпион из республики по футболу, чемпион России. А насколько реально вот, другим ребятам вот, повторить путь этих ребят? Очень важно, вот, почему мы об этом должны говорить, обязательно, что они могут повторить, и я думаю, что многие повторят. Вот это наши два первопроходца в детском нашем футболе, именно республиканском но за ними должны пойти обязательно другие наши мальчишки и я думаю они послужат примером и будут служить всегда примером и те мальчишки которые придут за ними и тоже надеюсь заиграют в футбольных академиях и вырастут до уровня сборной Москвы там не знаю Санкт-Петербурга может быть России они будут обяз... обязательно они и придут и сейчас они идут и хотят и верят и знают что это все достижимо и вполне реально добиться, потому что мальчишки с простого района, с нашего, с обычного спального, там, скажем, с микрорайона Марха, особо ничем не выделявшиеся, да, ну да, они там где-то играли, может, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, но были ребят, которые получше их играли в какой-то определенный момент. И вот сейчас я смотрю, у нас проводится детская футбольная лига, есть талантливые мальчишки у нас, маленькие, у которых вполне может повториться Судьба и Артема, и Никиты, и они могут вырасти в течением обстоятельств. Конечно, тут нужна еще удача, и нужно тренера своего найти, свою команду в дальнейшем для развития. Но пока вот здесь мы в городе на определенном уровне можем вкладывать в них именно вот этот фундамент и базу, и они могут стать и должны добиться вот этих самых футбольных детских высот. Ну, помимо Никиты и Артема, вы работали со множеством детей, да, не с одним поколением. Вот вы их очень многому научили, а чему научили вас дети? Да, я, как вы правильно заметили, многому учусь у детей. Я вообще благодарен своей работе, что вот как-то сложились так звезды, я не знаю, что... Стал я тренером, хотя я хотел тренером стать, но могло у меня не получиться. Но стал детским тренером, и сейчас я очень доволен. Приятно заниматься любимым делом, приятно воспитывать эту молодежь детей, которых потом впоследствии вырастают там, взрослых уже мужчин. Пускай они не все стали там профессиональными футболистами, но они стали нормальными, состоявшимися взрослыми людьми, с которыми мы общаемся, которым мне помогают и поддерживают, и которым я помогаю и поддерживаю, если чем могу. Они меня научили самому главному, что вот это желание стремиться совершенствоваться. Ты смотришь на мальчишек, и у них вот это действительно искреннее искренняя радость и желание именно достичь вот чего-то и постоянно развиваться. И поэтому мне очень приятно, что я с ними могу обмениваться вот этой энергетикой. И я если дома сижу и неделю не тренирую, я очень сильно скучаю по ним. И мне всегда хочется идти на тренировку, всегда хочется увидеть их глаза. Для меня раньше, может быть, важны были победы, хотел выиграть. Сейчас мне нравится сам тренировочный процесс, потому что мне нравится с ними общаться. И, и с ними я расту как тренер, самое главное, как человек давайте поговорим о пульсе сегодняшнем. Вот. Сколько сейчас возрастных групп в вашей команде и как ведутся занятия? Значит, на данный момент у нас шесть возрастных групп. Основная наша команда Мархинская, она базируется у нас, получается, в школе Мархинской. Мы тренируемся, потому что Мархинский-то есть Мархинский, я сам в Мархе живу. И, ну, они, ребята там маленькие, не все могут ездить в город. Поэтому, естественно, там руководство школы, а я Ильич Васильев, директор, идет нам на встречу всегда, и с расписанием нам удобно. И вот у нас там три группы, 2005-2006, но ну, в основном там 2005-2007-2008, сейчас. И вот сейчас мы набираем десятых. Мальчишек mm -hmm. уже... Я смотрю, есть ребята, которые уже с мячом играют на улице. Вот жду с нетерпением первой тренировки, чтобы посмотреть на, на, на мальчишек, на этих первый, первый раз пришедших на тренировку. И хочется сделать из них хорошую команду. И также мы занимаемся в, в Даксуне. Там у нас, значит, 2003 года есть ребята, 2008 и 2010 года сейчас будет набор. Но в Даксуне там, получается, мы под футбольной школой. А, да? да? под футбольной mm -hmm. школой, под республиканской. А в школе там под Дюсша номер два города Якутска. Поэтому там и там приходится лавировать. И все время вот, и, получается между двумя вот этими объектами э, мигрировать то туда, то сюда, там тренировки проводить. Но я доволен, мне очень нравится, потому что мы можем играть и в Миньку, и в большой футбол, поэтому ну, все очень... Вот для меня вот сейчас пока все нормально, когда я тренера. Ну, многие родители хотели бы, чтобы их дети не просто занимались спортом, да, не просто оздоравливались, но и вот учились, вот, соревнуясь, Да. Спорт, ну ведь многому учит человеку. А, насколько, каков путь, вот, например, ребенок приходит в секцию, он начинает заниматься, и вот а, мы знаем то, что детская лига есть. Вот до этой лиги а, каков, каков путь? Первый год у нас основной, получается, обучение обязательно, потому что все-таки нежелательно ребенку сразу прийти, сразу mm -hmm. попасть в вот это пекло в футбольной лиги, когда они еще правила не знают. Я думаю, что оно не нужно. Вот год отзанимавшись, уже какие-то базовые навыки имея, там обращение с мячом, какие-то удары уже поворотом, что-то они финты там выполняют. Уже на второй год мы пытаемся проводить Лигу. В этом году у нас будет 2009 год. Ребята, которые в прошлом году только пришли, они уже будут соревноваться. 2008 год ребята третьего года обучения. Уже вот они сейчас начали третий год. И седьмой год, которые будут обучаться четвертый год именно футболу. Но под вопросом у нас пятый-шестой, будем пос посмотреть, если у нас там все сложится с организаторскими вот этими именно моментами, то, возможно, четыре даже возраста сразу проведем по футболу. Да, как раз вот мы заговорили о возрастах, да, Василий Викторович, вот а некоторые родители вот, с опозданием приходят, да, часто такое бывает, что в секцию подходит, мальчик уже взрослый, но хочет заниматься, вот. Давайте обозначим для наших телезрителей, вот, с какого возраста, какой возраст считается то, что вот уже вы опоздали? Какие рекомендации будут? Ну, у меня мальчишки есть, получается, седьмого года, восьмого года, до сих пор мы смотрим седьмых, потому что мы надеемся, что где-то талантливый мальчик придет, вот, то есть это четвероклассники, и могут еще они догнать тех ребят, которые уже занимаются, они первый год, при том условии, что у них есть именно способности, да, генетика, вот, что действительно ребят талантливые, они догонят в течение года, ну, пускай не в течение года, в течение года полтора, они догонят этих ребят, это однозначно. Вот уже пятиклассникам, шестиклассникам уже, ну, тем более, там, семиклассникам уже, конечно, поздно приходить, потому что уже доказано, что вот эти именно базовые навыки, они формируются вот на, на этом начальном этапе, потом ребенка научить очень сложно. Движением, техническим элементом, обманным движением, ударом. Ну, ударом уж можно научить, конечно, но вот это вот все кропотливая работа именно с мячом, она у них как раз залаживается вот в 7, 8, 9 лет, крайний срок 10. Mm -hmm. Ну хорошо. Василий Викторович, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию, поделились своими мыслями. Мы хотим пожелать Никите Фурину, Фурину и Артему Соколову дальнейших успехов на всероссийских полях. И очень надеемся, что его сверстники нет, и ребята помладше пойдут по их стопам. И мы в скором времени соберемся снова с представителями якутского футбола еще по успехам других наших ребят. Ну а мы вернемся после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь. С вами снова Спортклуб. В заключительном блоке нашего эфира мы будем говорить об успешном выступлении якутского бойца смешанных единоборств Бориса Федорова на международном турнире Legend of King, который прошел в Китае. Ну и как вы уже, наверное, догадались, у нас в студии триумфатор этого турнира Борис Федоров. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, об этом турнире. Каковы масштабы и значимость этого турнира? Как все прошло? Считаю, прошло, что все успешно прошло. Масштаб. Китай больш, большая страна, большая великая держава. Там, как и в России, множество организаций боевых. И это одна из новых организаций. Ну, то есть это турнир legend of Да, King, да, Legends да? это новая организация, новый промоушен И это, где я дрался, это был под третьим. 3 3 3 карта. Третья карта, да. Ну, а вот... Как вы получили приглашение на этот турнир и вообще размышляли ли над тем, что участвовать, не участвовать или сразу приняли Конечно, решение? Конечно, сразу у меня есть друг, товарищ, менеджер, китаец, он живет в Китае, в Пекине, вместе мы с ним тренировались в Таиланде, готовились, так получилось, что как-то близко очень общаемся, он мне помогает в продвижении боев именно в Азии. В рамках этого турнира вы сошлись с местным спортсменом. Вот расскажите о нем вообще. Как прошел поединок? Местный спортсмен, его зовут Я, я Хонган. Что такое? Ну, не суть. Он очень опытный боец. У него там больше. Около 30 боев на Шердоге, неофициальный рекорд. Был 24-4, по-моему, я заходил, смотрел. Изначально у меня вообще должен был соперник быть другой европеец, Серб. Он мне в конце июля дал, сказал, ты будешь драться с сербом. Mm -hmm. А серб этот был, знаете, более базовый ударник, что ли. И как это, я полетел туда в августе, в середине августа готовится в Пекин. И готовился под него. Но за две недели мне вот так получилось, поменяли соперника. И считаю, что это ну, получилось, что лучше, лучший вариант, чем серб. Даже так, ну здорово получилось. Вот а, что вы знали о своем оппоненте до вот, а, турнира? Ну, вот когда вот, момент вам сказали, то, что будет с вами драться местный спортсмен, что вы о нем знали и как вообще, что о нем думали? Знаете, когда я еще в Таиланде тренировался, в 2014-15 году он приезжал, он довольно такой опытный очень знал, что он борец, знал, что он джиу есть, такой бразильская джиу потому что у него базовая джиу-джитсу, там у него какой-то пурпурный пояс, по-моему. Ну, болевые приемы, он как бы... Больше он борец. Ну, то есть соперник был действительно очень серьезным, с впечатляющим вот рекордом, да, в профессиональном спорте. Вот. А каков был геймплан, план на бой и насколько его удалось реализовать? Вот. План на бой... Избегать борьбы, не давать ему проходить ноги, переводить себя, контролировать. Если даже переводить, что Если даже... бы перевел меня, вставать с партера и больше вести бой с стойки, перебивать его, боксировать. Ну давайте вот по раундам пойдем, да, поэтапно, вот первый раунд, второй, ну и так далее. Вот, вот. Как проходил поединок? Каков был сценарий? Первый раунд, ну, чуть-чуть, как сказать, особо разведки не было, я сразу как бы начал поддавливать его. Поддавливать, мы чуть обменялись ударами, потом в какой-то момент... Он пытался пройти в ноги, не получилось. Потом его сам перевел. Как-то ну, автоматически, машинально взял, перевел и нанес удар локтем в скулу и рассек, нанес ему большое рассечение. И после этого рассечение он немножко, знаете, Ну, уже чуть-чуть изменился, уже начал суетиться немного, пытаться переводить. Пытался переводить, но... Он... Я не давал переводить, самое главное. Ну, и... то есть характер действий оппонента да. несколько изменился, Я, да? Как по плану. Как хотел, так и как бы держался плана, Ничего там не выдумывал. Ну, все получилось, да? да? А вот победа на этом турнире, вот какова ее значимость вот, в вашей спортивной деятельности на данный момент? На данный момент. Ну, думаю, в Азии, в Китае он, его многие знают. И для именно азиатского именно в азиатском рынке это, думаю, неплохая победа. Потому что, думаю, в будущем будут бои. Думаю, хорошие бои будут. Ну, уже серьезные соперники, посерьезнее. Поэтому это был хороший вариант для меня. Борис, а многие спортсмены, вот, побеждая на подобных турнирах да, или в других соревнованиях, иногда посвящают победу кому-либо. Вот, кому вы посвятили успех на этом турнире? успех на этом турнире. Ну, кому я посвящу? Родным, близким, друзьям, всем, всем землякам, всей республике. Кто... Сейчас многие следят, если даже не занимаются, многие следят за смешанными доборствами. И все равно пишут, поздравляют. Очень приятно. Конечно, это для всех них. Ну вот, а... Когда вы узнали то, что соперник, вашим соперником вот на этом турнире будет другой человек, вот, это как-то вас не расшатало в плане психологии, там, в эмоциональном плане? Я не расшатал это, потому что я стараюсь быть универсальным, потому что сейчас очень тяжело, сейчас нет таких бойцов, которые как бы удобны, ну, есть удобные, неудобные, но нужно быть во всех аспектах, развиваться и бороться, и защищаться от борьбы и вставать с партера, и боксировать, и все-все-все делать. Поэтому у меня особо разницы не было. Борец, борец он или ударник, мне это ну, ничего не поменял. Под по плане подготовки, ну, чуть-чуть я больше уделял внимание от защиты, вставания в партер и все. А так, в целом, ничего особо не поменял. Ну, то есть нужно быть готовым э, всегда ко всему. Нужно быть готовым, да, ко всему. Ну и после победы на турнире Legend of Кинг, какие дальнейшие планы, к каким соревнованиям готовитесь? Дальнейшие планы. Сейчас у нас сентябрь. В октябре, может, в середине или в конце октября, возможно, я в Китае должен подраться. Я жду сейчас сообщения mm -hmm. от моего менеджера. Он мне должен написать. Не знаю, в какой организации, не знаю, где, но я жду сообщения очень. И, а также после победы мне написал <coughs> президент Федерации Панкратиона Дальнего Востока. Дмитрий Александрович Коньков, и предложу 2 декабря у них будет Хабаровский турнир. Угу. И скорее всего я там подерусь, ну еще как получится. Ну, в общем, я собираюсь особо не застаиваться, выступать как, как, как можно чаще. Ждете вызова, и да. к этому вызову вы готовы. Я готовлюсь и готов. Тренируюсь каждый день. Кстати, вот заговорили мы о Хабаровске, да, мы знаем то, что. Хорошо, знакомое вам место. Недавно вы там выступали и одолели там спортсмена из Кир... Киргизии, да, если не ошибаюсь. Да, из Киргизии. Ну, то есть знакомая вам арена, вот атмосфера вот, Хабаровская, и вообще насколько приятно там выступать. Мне понравилось. У меня как-то особо не было такого волнения. Как-то атмосфера мне сразу по душе стала. Бой... бой тоже хорошо прошел там. И Хабаровский как-то неплохо. Приняли, встретили. Все гостеприимно, хорошо. Турнир прошел на уровне тоже. Ну вот, если говорить об истории, да, Борис, как вы попали в мир смешанных и недоборств, как это случилось и почему именно этот вид спорта? Это получилось не так давно, наверное. Случайно я как-то, наверное, вы знаете, Ушканова Дмитрия. Вот, он да. в 2013-2014 году как раз приехал с Америки и решил здесь открыть. Ну, зал чуть-чуть по не наборством. А в Якутске особо это все забыто было в, в это время. Были клубы, конечно, белый медведь, там, еще какие-то клубы. Но как-то все затише было такое. Ну, новый толчок. Да, он приехал. И как-то я загорелся. Мы с ним. Я ходил на хабсага, мы вместе занимались. Так для себя боролся. И как-то с Димой разговорились, мне эта идея понравилась, загорелся. Ну и все, я начал к нему ходить. Так для себя. Просто не было какого-то там. Да, там, профессионалом стану, просто для себя занимался, потому что там UFC смотрел, да, там эти, Pride смотрел, просто для себя. И как-то Дима, знаете, он давал веру, что ли. Я вот занимался просто. Я говорю, Дима, он же в Америке, там, опытный. Я говорю, Дима, как думаешь, можно там UFC попасть, подраться? Возможно, как... ли, да? да, возможно, он говорит, конечно, можешь. И как-то он так вот говорил. И за счет этого, я думаю, это тоже мне дало веру в себя. То, что он говорит, да, можно, конечно, с любым подраться. Я так не останавливался, да. ну, тренировался, тренировался, и пошел, поехал как-то. Все само по себе. Ну вот, получается, хороший вдохновитель, да, господин да, Дмитрий Ушканов. Как у любого спортсмена есть, наверное, вот такая самая заветная мечта, да, и, как я уже понимаю, это выйти на арену UFC или же все-таки другая мечта у тебя? И все выйти бы не отказался, конечно. Это самая заветная я... мечта, да? Это не заветная мечта, но это, это видите, это потолок смешанных единоборств. это высшая, высшая, высшая лига. Если ты там, значит, ты на хорошем уровне, боец на хорошем, на хорошем, хорошем уровне. Я просто стремлюсь быть, знаете, сильнее, чем вчера. Я разв... хочу развиваться ну, везде. И, возможно, если я буду трудиться. То, возможно, я попаду туда, кто знает. Вот если обернуться назад, да и посмотреть на всю вашу спортивную карьеру, давайте вспомним вот какая победа для вас вот самая значимая. Каждая победа значимая. ну последняя победа, наверное, самая значимая. Вот то, что вот, крайняя, да. Так, да, первая победа самая значимая, когда я первый свой бой выиграл. Последняя. Каждый бой, каждый бой очень важен. Нет, не важный ну и а, близится у нас а, передача к концу. Давайте отметим, а что вы вот самое ценное получили, вот, а, занимаясь а, боевыми единоборствами. Самая ценная дисциплина. А, Развитие во всех аспектах и в физическом плане. И я, я, я другой человек сейчас, чем был раньше, 5-6 лет назад. Многие меня, наверное, знают. Сейчас я изменился в лучшую сторону. Я избавился от многих вредных привычек. Сейчас стараюсь ну, спортсмен, как спортсмен, профессионалы живут. Ну, то есть менять не только физически, но и эмоционально, психологически. Конечно. Да, дорогие друзья, с нами в студии был Борис Федоров, знаменитый боец смешанных недоборств, который приехал с Китая с большим успехом. Ну, а на этом наш эфир подходит к концу. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До скорых встреч в эфире.